Крупнейшая партия контрабанды в истории Украины. Пограничники вместе с оперативниками СБУ задержали в Черном море баржу с миллионами пачек сигарет. Нелегальный товар везли в Николаев, но помешал спецназ. Подробности операции знает Кирилл Ющишин. Баржа с контрабандой вошла в территориальные воды Украины вчера. Уже к ночи буксир завел ее в Букский лиман. По документам баржа была пустая, якобы следовала в один из николаевских портов на загрузку зерновыми. Заявилося, як без вантажу. Значить, під покровом ночі до цього судна підійшло ще одне судно українське. Було переміщено частину товару, а саме близько 4 тисяч ящиків цигарок було зафіксовано. Пограничники следили за баржей не просто так. В поле зрения СБУ контрабандисты попали еще в марте. Так что о планирующемся ввозе силовики знали и готовились застукать их на горячем. Во время обысков на барже уже насчитали 2 миллиона пачек сигарет без акциза, выпущенных под канадским брендом. Скорее всего, это подделка. Но в службе безопасности сообщают, подсчет еще не закончен, поэтому точную стоимость товара назвать сложно. Країна виготовлення... одна з арабських об'єднання Арабські Емірати, значить, судно безпосередньо під флагом Коморських островів, але йшло з Туреччини. Нам вдалося затримати їх безпосередньо в момент, що буває досить рідко, безпосередньо в момент відвантаження з одного великого судна на менші баржі. Это рекордный улов контрабанды за последние годы и один из самых крупных в истории независимой Украины. Пограничники составили на всех членов экипажа и украинского судна, и буксира административные протоколы. Обычно наказание за такое нарушение всего лишь штраф. Но поскольку контрабандисты фигурируют в уголовном производстве СБУ, им грозит до 7 лет лишения свободы. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаев.